Здравствуйте! В эфире программа «Обо всем честно» и я ее ведущая Ольга Харламова. Сегодня посмотрим пару сюжетов на актуальные сейчас темы. «Обо всем честно» — это не просто название. Мы постараемся сделать правильные, честные выводы. Давайте начнем. Сейчас мы уже практически не расстаемся с мобильными телефонами и ноутбуками. Работа, отдых, работа – все перемешалось. А что делать? Современная жизнь обязывает. Нужно всегда оставаться на связи. Мало ли какое-то неотложное дело решить. Но, говорят, электромагнитное излучение от всех благ цивилизации вредит нашему здоровью. Кто-то в это верит, кто-то нет. Ведь технику для того и придумали, чтобы ей пользоваться. А значит, наверное, о безопасности позаботились. Так все-таки стоит ли нам переживать за свое здоровье? Раньше считалось, что значительному электромагнитному излучению, которое может быть опасно, подвержен лишь ограниченный круг людей, то есть те, кто профессионально связан с техникой. Но сейчас уже мы с ней связаны все и используем ее активно. Не представляем себе жизни без электроприборов, телевизоров, компьютеров, телефонов и микроволновок. 29% опрошенного населения считает, что электромагнитные поля отрицательно влияют на состояние здоровья. 49% склонны к тому, что электромагнитные поля не безразличны для организма. 13% отрицают влияние электромагнитных полей на состояние здоровья. И 39% населения вообще не представляет, о каком излучении идет речь. То есть вот такой диапазон мнений у нас. Мнения, конечно, могут быть разными. И можно много спорить на эту тему. Специфика воздействия электромагнитных полей такова, что мы никогда не сможем сказать однозначно, да, заболевание вызвано именно этим излучением. Но если не соблюдать предусмотренные гигиенические нормативы по использованию техники, вред однозначно будет. Это прежде всего такие заболевания, как заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой системы, возможно, и пострадать иммунные системы. Как защитить себя от электромагнитных полей? Существует два основных гигиенических принципа. Время пользования прибором должно быть разумным. Также нельзя забывать про расстояние, на котором он находится от вас. И не ждите ответа с телефоном у уха, ведь когда происходит соединение, то уровень электромагнитного поля резко возрастает. Лучше подносить его близко к себе, когда вам уже ответили, благо на всех современных телефонах видно, когда только идет сигнал, а когда собеседник взял трубку. И еще, как правило, мобильник мы носим очень близко к жизненно важным органам, то есть в карманах пиджака, брюк и так далее. Рекомендуется носить телефон в барсетке или сумке. Лучше, если он будет находиться подальше от тела. Соблюдайте разумное расстояние. Тоже можно сказать и о работе за компьютером. Оно должно быть не меньше 60-70 сантиметров. Все работающие на компьютере больше 50% рабочего времени должны обязательно проходить медицинский осмотр. Женщины при установлении беременности также должны отстраняться от работы с компьютером или допускается работа не более 3 часов при соблюдении всех гигиенических нормативов. Ну а чтобы узнать точно, есть ли риск от электроприбора, не превышает ли электромагнитное излучение допустимой нормы, осуществляются специальные измерения. Измерения проводятся в нескольких случаях. Первый случай – это когда базовая станция, так называемая, строится, когда ставится, обязательно должны проводиться измерения для того, чтобы выявить, нет ли превышения на пределе допустимого уровня. В следующий раз она проводится раз в 3 года в случае, если ничего не изменилось, это так называемый производственный контроль, ничего ли не произошло. Еще есть нюанс, что измерения проводятся, когда на базовой станции проводились какие-то мероприятия в плане реконструкции, модернизации и так далее, и тому подобное, тоже положено проводить. Так что да, у нас нет ни одного объекта ни в городе, ни в области, который никогда в жизни кем-то не измерялся, не обследовался. Приборов для измерения электромагнитного излучения существует великое множество. Их вполне можно приобрести. Но все же, чтобы результат был точным, пользоваться ими должны профессионалы, ведь нужно и расчеты необходимые уметь выполнять. Мы попросили при нас провести такие исследования. Для того, чтобы понять, на самом деле, какой уровень излучения от данного конкретного объекта, нам необходимо встать на какую-то определенную точку. Вообще точки выбираются, исходя из проектирования, потом эксперт выбирает дополнительные точки, обязательно обследуются все жилые помещения, общественные здания, особое внимание уделяется местам постоянного скопления людей. Выбираем точку, проводим измерения, выясняем, какой уровень излучения здесь на данный момент времени. Ну, на самом деле здесь, в принципе, все в порядке.
потому что вышка находится достаточно далеко, антенны висят достаточно высоко. Измерили и электромагнитное излучение от микроволновки. Если подойти очень близко, уровень его немаленький. Поэтому лишний раз убедились. Главное – это разумность, чувство меры и расстояние. Тогда излучения можно не бояться. И продолжим разговор, касающийся современного темпа жизни. Машина в наше время перестала считаться роскошью. Авто есть практически у каждого, а иногда и не одно. Автошколы ломятся от желающих сдать на права, и водителей становится все больше. Но вот только дороги шире от этого не становятся. А про места для парковки и говорить нечего. Их иногда просто нет или на всех не хватает. Машину купила, поставить ее некуда. Многие нарушают правила парковки, от этого появляются проблемы и скандалы. Во дворах и разъехаться-то трудно. Подчас даже служба скорой помощи не может подъехать из-за огромного количества автомобилей, припаркованных во дворе. Все заставлено, даже порой детские площадки. У жильцов это вызывает возмущение. Это сколько там вот этих безобразий, кому разрешили щебенку, чтобы это что, их не собственность, это, мне кажется, его, всего народа. А мы вот вечером выйдем, сидим и дышим этими машинами. Траву мнут, никакой зеленой нет полосы, даже травку всю. Детям играть негде, вот те дома еще чуть-чуть что-то огородили, не допускают. А с нашей стороны вот вообще ничего, уже подъехали вон к грибкам и к песку. А дети тем более тут играют? Ну, конечно, дети играют. И везде вот это прям пройти по всем. Вот кто это разрешал? Конечно, такой бардак из повсюду наставленных машин быть не должен, а уж тем более на детской площадке. Получается, владельцы автомобилей виноваты. Но тут есть и другая сторона. Автолюбителям только остается разводить руками. Все понимаем, это плохо, это безобразие. Не должно быть так. Нарушение порядка, но сделать ничего не можем. Во всей ближайшей окрестности нет стоянок и мест для парковки. Рады бы поставить машину как положено. Да некуда. Вот эти вот дома, они тупиковые, там ни парковок нет, ничего, а люди живут. И как бы бросают здесь, вот то, что все машины здесь, это не только этих жильцов. Mm-hmm. Это люди приходят оттуда, бросают, и тут вот с детьми вот ходим, с колясками, тут бывает порой, что трудно пройти. Плюс заезжает машина разгружаться в магазин, Дикси большие, проехать тут трудно бывает, невозможно. Просто, ну вот людям вот с того дома, где им ставить машину? Тут рядом нет нигде. Самое ближайшее – это на Бирюзовом парке, угу. Стояночка. Больше как бы или на дороге бросать. Ну, дороги, как правило, большие бросают машины. То есть люди бы рады запарковаться, ну вот нормально, да, по правилам, но просто нет такой возможности нигде. Я так думаю, если была бы где-нибудь стояночка, ну буквально вот в шаговой доступности, пожалуйста, угу. Я бы сам там ставил гораздо спокойнее, потому что я приезжаю ночью, встать машины негде. Mm-hmm. Ездишь, бывает полчаса ездить, ищешь место, чтобы поставить машину. Правда, нарушают правила парковки не только во дворах. Не увидел знак «Остановка, стоянка запрещена», припарковал машину в неположенном месте. Совершенно справедливо полагается штраф, и машину отвезут на штрафстоянку. Однако и тут, как говорят водители, нарушения бывают из-за того, что нужно срочно отойти, а парковочных мест нет. Но нарушение правил дорожного движения это, конечно, не оправдывает. Получилось так, что случились небольшие проблемы. Оставила машину под запрещающий знак. Подошла, уже увозят на эвакуаторе. 130 рублей 40 копеек – это за пройденный за километр пройденного пути эвакуатором, а также 42 рубля за час хранения данного автомобиля на специализированной стоянке. В первую очередь составляется административный материал по статье 12.16, часть 4 Кодекса административных правонарушений. Штраф составляет 1500 рублей, срок оплаты 60 дней, с момента написания административного материала. После чего вот за административное правонарушение, то есть за 12.16, часть 4 Кодекса административных правонарушений, штраф выносит и инспектор дорожно-патрульной службы. Такое нарушение в копеечку немалую может влететь. Все будет зависеть от того, какой километраж проехал эвакуатор, увозя машину на штрафстоянку, и сколько она там находилась. Негде абсолютно поставить машину, и как бы проблемы такие, что нужно было срочно выйти. Поэтому нарушила. Конечно, не стоит нарушать, господа, никогда. Лучше проехать подальше, зато будет меньше проблем. Получается, что точно сказать, кто виноват, в этих случаях довольно сложно. Что касается парковки во дворах, то можно понять и недовольных жильцов, и владельцев автомобилей. У каждого своя правда.
Ну а требования знаков нужно соблюдать, но иногда, чтобы найти место для парковки, придется потратить время. На сегодня это все сюжеты, но в следующей программе мы продолжим искать ответы на вопросы, которые интересуют многих. А я напомню, это была программа «Обо всем честно», и я ее ведущая Ольга Харламова. Скоро увидимся, до встречи!